Известны имена лучших. В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта Югры. Спортивная элита. Самых выдающихся выбрали из тех, кто оказался сильнейшим по итогам каждого месяца прошедшего года. Ими стали более сотни атлетов и их наставников со всего округа. С лауреатами пообщалась Ксения Калинина. Анна Тимофеева – ватерполистка со стажем более 10 лет и участница многочисленных соревнований. Практически с каждого старта девушка привозит награду, но самой значимой считает бронзовую медаль Олимпиады 2016 года. Теперь в ее копилку прибавилось еще одно звание одной из лучших спортсменок Югры. Это для каждого спортсмена очень приятно, очень ценно. И когда тебя награждают, именно идет отдача, что все твои труды не зря, что все твои старания не зря. И поэтому хочется, наверное, работать после этого еще больше. Вместе со своей подопечной награду получила и ее наставница Татьяна Петрова. Она стала одной из лучших югорских тренеров. Татьяна – мастер спорта по плаванию. 15 лет профессионально занималась водным поло. И уже 11 лет обучает этому других. Самая большая мечта – это чтобы наши спортсменки, уже наши воспитанницы, выполняли ряды и молодежных сборных страны, защищали честь округа и честь нашей страны на международной арене. Ну, естественно, чтобы свои спортсменки доросли до национальной команды. На торжественной церемонии награждения конкурса «Спортивная элита 2018» награду получили более 100 спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта Югры. Они стали лучшими в 24 номинациях. Высокие результаты оценили среди спортивных учреждений округа. Это лучшие спортивные результаты, показанные за 2018 год. Я напоминаю, мы подводим итоги на всероссийских международных соревнованиях. Главная награда конкурса – звание лучшего спортсмена года. Этот же титул присваивался и путем интернет-голосования. Его обладателями стали гимнастка Ксения Клименко из Сургута и тхэквондист Максим Храмцов из Нижневартовска. Ксения Калинина, Андрей Аширов, Вести Югория, Ханты-Мансийск.